Всем привет! Давайте разберемся теперь, как наносить текстуру, с помощью чего, какой функции. Вот есть у нас такой джентльмен стандартный. Давайте отключим полностью все саптулы у него. И включим, ну вот, одежду, допустим. Так. Она уже раскрашенная, все на ней есть. Ну, просто посмотрим, как что применяется. Вот заходим в Surface, находим Noise. Вот наша одежда. Что теперь можно сделать? Нажать Open. Нам высветятся вот такие Noise. Это уже в программе ZBrush готовые. Вот мы можем их применить, нажав OK. Вот такая будет у нас одежда. Если мы захотели, допустим, поменять что-то, жмем Edit. Вот у нас здесь есть картинка. Жмем на нее, вот на альфу, на эту. И выбираем текстуру, которую, ну, нам, которую мы скачали, допустим, или нужна. Так, где мы ее найдем? Вот можно применить вот эту вот текстурку. Вот так все это будет выглядеть с этим нойсом. Вот так она будет выглядеть. Если мы сейчас также здесь ее можно передвигать, выравнивать. Точно так же работать, как мы работаем с окном. Зажав Alt. Так. Можно уменьшить вот эту вот, уменьшить рисунок. Вот так вот сделать. Что еще можно сделать? Можно поменять noise. Так. Откроем программные файлы. Найдем нашу программу. Или в папку можно вынести на рабочий стол, где она находится, эти noise наши. Вот есть здесь папка The Noise Makers. И можем выбрать другой noise. Вот такой вот. Здесь регулировка полностью. Вот можно сделать вот так. Можно вообще мелко сделать. Интенсивность. Цвет поменять можно вот здесь вот. Нажимаете цвет. Можно зеленый поставить. Можно вот в этом окне отрегулировать тени. Интенсивность. Вот так вот. Также здесь вот, вот это окно регулируется вот этим полоском нижним. Вот так. И вот этим тоже. Можно сделать вот такую вот одежду. Вот так. И жмем ОК. Вот так. Получается, и давайте применим ее уже полностью к модели. Вот такой вот красавчик получился в зеленой фуфайке. Также можно это применять к любым деталям, наносить также текстуру кожи, морщин, текстуру обуви, в принципе, всех деталей. Все, всем до свидания, всем пока. Надеюсь, вам это пригодится.